Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Денис Кочерга, Казуку Фэмили, и мы продолжаем проходить Гарри Поттер и Тайную комнату. Я залью на своем видео концовку PS1 Тайной комнаты, и вы увидите примерно, в чем отличие ПК-версии от PS. А до Узника Азкабана мы доберемся. Философский камень, концовку я тоже пройду и запишу. Вперед! Так. Привет! Как насчет покупок? Да я уже это... типа, обеднела за вас. Так. Безголовый Ник. Привет, Гарри. Ага. О, привет, Ник. Знаешь, Гарри, я в Хогвартсе уже несколько тысяч лет, а все равно иногда нахожу незнакомые тайники. Вот, например, этот тайник можно открыть, только собрав все 40 серебряных волшебных карточек. Хм. За каждые 10 таких карточек ты будешь получать по одному ключу, а замков на этой двери, как видишь, 4. Карточки спрятаны в Хогвартсе и его окрестностях. Посмотрим, сможешь ли ты найти их все. Окей. Однушка. Флипендо. Флипендо. Так, и все, ты сюда нас послал, да, на. Ладно. Такс. Это что за... Так, подожди, а нам туда или сюда? Я что-то уже запутался. Нафиг. Нам сюда можно? Что тут? Опа, 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 нет! Я не сюда хотел. Твою мать. Так, а что нам делать? Уа-а-а! И... А, так вы еще возвращаетесь. Ёб твою мать. Давай. Я уже испугался, думал. Вингардио Тоталероса. Кручу-верчу. А что здесь? Чё это такое? Закрытые двери. Против метели. Чё это светится? Факел. Факел Ю. Факин Ю. Где факел Ю, там факин Ю. Так, сейчас. Три конфетки меняют душу Гарика. Так. Ушел на льду Гарри Поттер. Так. О. А я не знал... Господи, и все. Может, я еще что-то профукал, нет? Не. Наверное. Нет. Так. О, люли-юли, непростые, Гарри Поттер золотые, исполняет все желания. Гарри Поттер. Такое создание. Эй, в смысле? Давай, давай. Call me back. Fall back. Опа! Давай, давай. I got your power. Ту-ту-ду-ду-ту-ту-ту-ду-ду-ду-ту-ту. I got your power. Yeah. Подожди, а ты тоже ведет куда-то? Так, а здесь что? Ё-моё. Что это за... Дрищинские... Оу. Чувак, я понимаю, что у тебя, да, там понос. Тан-тан-тан-тан-тан.
Тан-тан. Флиппендо! 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 Мама Мия! Я чуть не об какашечке. Что надо сделать? Так, картины. О! Ну! Сколько их там собрал хоть, а? Сколько штук? Ох ты, мать моя женщина, да их дофига. Да, мне аж страшно стало. Бугагашеньки. Стоп. Кто там ходит, блядь? Так, это что, обратно, что ли? В смысле? Типа, а чё делать-то? Там что-то есть? Что это значит? Это значит нам туда, да? А что тут, я не пойму. Тут скрытый проход? Чувак. В смысле? А, во как. Да забирай ты уже эту карточку. А здесь что? Если ко мне придут пациенты, тебе придется удалиться. Удалиться? Из игры вообще нахуй? Ёб твою мать. Хотят уже Гарри Поттера удалить. Так. Зелье охуение, блядь. А что делать дальше? Моя мама мия. Съезжай даль мио. Чё валить тут надо? Всё? Ах, была б медсестра ты моя положи, я б тебя отодрала, так как ты старая. Нет, могу, конечно, закрыть глаза, там коробку натянуть, но столько геморроя ради... Геморроя ради одного секса нахуй надо. Так. На-на-на-на-на-на-на-на. Музыка, время, жми, ожидания. Ладно, валим быстрее обратно. Пока, бабка старая. Удалимся мы, как ты говоришь, блядь. Так. Давай. Сюда, нахуй. О! Кошка Чака Норриса. Надеюсь, ты помнишь дорогу? Где-то рядом бродит Филч. Пойду-ка я отсюда. Иди. Так, так, так. Я, значит, услышал грохот, пришел, и что я вижу? Гарри Поттера и осколки редчайшей бесценной... А этот пидорас еще смотрит сзади, блядь. Арбуса Филча, школьного завхоза, ненавидели все ученики. Говорят, что миссис Норрис, кошка Филча, помогает ему следить за студентами. Она сама упала, честно. Иди, иди ко мне, дай мне схватить тебя. О, да. Что это было? А? Медсестра. О чем это ты? Я слышал голос. То, что ты слышишь голоса, еще не повод портить школьное имущество. Я этого так не оставлю. А сейчас отойди. И не мешайся. Но ведь я действительно слышал странный голос. Странный голос в попе волос. Ах ты пидор. Кошка еще Чака Норриса, блядь. Флиппендо! Нас чуть не въебало.
Мети, чувак, мети. Ты чё, пидор? А, блядь. А, это Рон. Рончик, хуёнчик, маленький перчик. Какого груя, а? Не понял, чё за фигня? Ты не активируешься, сраный пёс? Ну да ладно, хуй принёс. Так. Пах. Аллаха Бабалола. Так, 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 не теряй конфетки. Так, такс. Давай. Приветствую вас на уроке защиты от темных искусств. Моя персона в представлении не нуждается, но я все-таки представлюсь. Я Златопуст Локонс, рыцарь ордена Мерлина 3-го класса, почетный член Лиги защиты от темных сил и пятикратный обладатель приза магического еженедельника за самую обаятельную улыбку. Я вижу, у каждого из вас есть полный комплект моих книг. Молодцы! Сегодня мы с вами изучим боевое заклинание Rictus Empra. Rictus Empra — это оглушающее заклинание, очень эффективное против некоторых назойливых созданий, например, корнуэльских пикси. Итак, кто первый? Может быть, ты, Гарри? Везет же! Ха-ха-ха. Везет. Гарри, очи свой разум от посторонних мыслей. Не думай даже обо мне. Сосредоточься на символе, который ты видишь перед собой. Видишь мою палочку? Сейчас она очертит контур заклинания. Как только палочка укажет на стрелку, ты должен быстро нажать клавишу с такой же стрелкой на клавиатуре. Упражнение состоит из трех этапов. Чтобы перейти к следующему этапу, ты должен нажать все нужные клавиши в правильном порядке. Ты готов? Первый этап начали. Да ладно. Вот, блядь, я ж еще не знал. Какие буквы? Так, ладно. Почти в точку. Ага. Продолжай тренироваться, и когда-нибудь ты сравняешься со мной. Ну, конечно. И? А дальше? Неплохо, Гарри, неплохо. А теперь следующий этап. Но тут проще, чем на PS1. 5 баллов Гриффиндору. Второй этап. Давай. Начали. Все? Неплохо, Гарри, неплохо. А теперь следующий этап. 10 баллов Гриффиндору. Окей, окей. Третий этап. Начали. Ого. Тут уже... Смачнее. Отлично, Гарри. Сразу видно, мой ученик. Задание выполнено. Задание выполнено. 15 баллов Гриффиндору. 15 баллов Гриффиндору. Ты выучил заклинание Rictus Empra. Разумеется, у меня в первый раз получилось гораздо лучше, но и так тоже неплохо. А теперь сюрприз. Специально для вас, мои ученики, я разработал очень интересный практикум по заклинанию Rictus Empra. И первым его выполнит Гарри Поттер. Удачи, Гарри! Добро пожаловать на мой знаменитый практикум по заклинанию Rictus Empra. Если хочешь победить, найди и возьми последнюю звезду. Подсказываю, она находится на вершине этой башни. Действуй как можно быстрее. Если ты не успеешь найти последнюю звезду до того, как истечет время, твой факультет не получит ни одного балла. По пути обязательно собирай звезды. За каждую из них ты получишь дополнительное время, а твой факультет — баллы. А если соберешь все звезды, тебя ждет сюрприз. Найди последнюю звезду как можно быстрее. Чем больше времени у тебя останется, тем больше баллов получит твой факультет. Ты готов? Тогда удачи! На старт! Внимание! Марш!
Ох ты, мать моя женщина. Огнекрабы? Это такие противные существа, выбрасывающие пламя из... Ну, в общем, в тебя. Оглушай их заклинанием Риктусемпра, а потом отталкивай с помощью флепенто. Если огнекраб окажется рядом с этим символом, случится нечто очень интересное. Попробуй затолкать его на эту плиту заклинанием флепенто. И... Пока. Так, это что, просто что ли? Ой, блин, ну да ладно. Шоколадно, так. Чё делать, блядь? Но! Оу. А чё так резко мы поднялись? Я чё-то не понял. Так, карточка, подожди. А почему нам надо вообще? Так, а тут что? Пердёж судьбы, да? Ой, там конфетка, ёб твою мать. Давай. Так. Так, они обратно, что ли, будут вскакивать, нет? Так, это жаба. Да куда ты, блядь? Они еще убегают от тебя, жабки. Это гигантские оранжевые улитки. Будь осторожен, их слизь очень сильно жжется. Поверь мне, уж я-то знаю. Попробуй оглушить улитку заклинанием Риктусемпра, а потом оттолкнуть ее с помощью Плетендо. Так, нам спрыгнуть можно? Нет? Так. Чё, сюда улитку, что ли, гнать? Да ёбай! Так. Одна звезда, теперь другая, давай. Опа. Давай. Так, а как теперь под... Ого, они двигаются. В смысле, бля? Не понял. Что за фигня? Воу. А типа это максимум, что я могу, да? Стоп. Мы не туда... Во, теперь туда вроде бы. Хватит пердеть, бляха-муха. Ну. Так, давай. Раз. А, ёпарысы-то. Так, гарень. Стоп, а их сюда всех закрыть надо, что ли? Или нет? А ну-ка, подожди. Мне интересно, что будет. Пока. Для кривачки, хуячки. Давай. Пока. О! Сундучочек еще появился. Так, нихуя себе. Так, подари. О, да. Так, подари. Опа-на. Ой, блядь. Я прям на улитку попал. Вот это поворот. Блять, время еще, сука. Давай, Гарри, Мари. Так. 3 из 10? Так, стоп, а как эта хрень должна подняться? Объясните мне, пожалуйста. Что я не так делаю? Я ж вроде все закрыл. Дальше чё? Куда? Куда лететь? Куда же? У кого, чё, как? Ой, стоп. Риктусемпра!
Ой, блядь, я ж забыл. Флиппендо! Флиппендо! Так. Ритту Сэмпра! Так. Флиппендо! Так. Сюда, что ли? Так, походу, да. Гномы очень жадны. Только зазеваешься, и они тут же оставят тебя без эликсиров и конфеток Берти Ботс. Да знаю я. Если гнома сбить с ног заклинанием Флиппендо, он не только перестанет путаться под ногами, но и бросит все награбленное. А еще гномов можно хватать и забрасывать в норы. Это гномья нора. В ней гномы хранят вещи, украденные у учеников. Забрось всех гномов в норы, и ты окончательно избавишься от них. Да ладно. Флиппендо! Так, стоп. Флиппендо! Так. Если, блядь. Не понял. Все? Да уж. Кручу, верчу. Прокрутить хочу, да? Так, ну да ладно. Так, что дальше у нас тут? Ой-ой, куда-то поскакала жабка. Да собери ты эту штуку. В смысле? Что это значит? Я испугался, что уже платформа будет... А, ну ладно, то я уже очканул. Да ладно. Шляпочники. Шляпочники. Давай, падай. Так. Все. Вперед, Форест, мать твою. Так, подожди. Так, 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 так. Раз. Давай, ёбаный шашлык. Заталкивайся. Куда ты лезешь? Пока. Так. Ну... Так, что это значит? О, да, давай, Гарри. Блин. Пока соберешь, пока найдешь. Ой. Давай, Гарик Поттер. Собирай все. Собираем, собираем, не пропускаем. Так, жаба. Так. Что это такое? А? Так, я что-то не понял. А нам что, типа, по сюжетке сюда, что ли? Что-то мои подозрения, что по сюжетке, походу, сюда. Так, а что тогда там? Ничего не... А, там эти должны открыться. Или кто должны открыться? Я что-то... Я что-то вообще не втираю. Что должно открыться? Так, стоп. Люмос, люмос, ашхуюмос. А что, блядь? Вот она дверь, да? О! Нифига себе, тут еще заметно это было. Так, чувак, хватит на нас рычать. Ё-моё. А, нет, это... Как сказать...
путь наш старенький, точно, я что-то тупанул. Блин, время 3 минуты, что ли? Ну да, примерно так, надо валить. Валить, валить. Так. Вопрос, а куда валить, это вопрос. Непонятный, куда валить. Ну да ладно, так. Стоп, что за фигня? Чё? Стоп. Чтоб открыть. Вы серьезно? Так, я что-то не понял. Это третья, что ли, была? Но! Что тут? Эй, в смысле верхнего? Сундук? Ага. И еще одна звезда, да? Звезда по имени Солнце. Так, значит, нам не сюда, да? Так, а там средний, что ли, остался? Давай посмотрим, что тут. Оу, ништяк. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все, да? И собираем звезду. Да, все. Так, теперь последнее. Так. Так, и сюда. Все? Так. А что тут? Сундучок. Так, дорогие друзья, наверное, мы на этом закончим. Вот это прохождение. Ждите следующих прохождений. С вами был Денис Кочерга. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Будет много интересного. Продолжение Тайной комнаты. Еще не только это. Так что будут плейлисты в описании прошлые. Есть также плейлист первого Гарри Поттера, Философского камня, на ПК. Так что всего хорошего. Всем до встречи. Всем пока.